Главная новость к этому часу. Кремль требует извинений от американского журналиста, назвавшего Владимира Путина убийцей. Я Егор Максимов. Здравствуйте. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал слова телеведущего телеканала Fox News оскорбительными. Билл Рейли интервьюировал Дональда Трампа и спросил его, в частности, об отношении к российскому президенту. Телеведущий, впрочем, не уточнил, кого, по его мнению, убил Владимир Путин. Вы уважаете Путина? Да, уважаю, но... Неужели? Почему? Я многих людей уважаю, но это не значит, что мы с ними поладим. Он лидер своей страны. Я думаю, лучше иметь хорошие отношения с Россией, чем не иметь. А если Россия поможет нам в борьбе с ИГИЛ, что для нас главное, и с исламским терроризмом по всему миру, поладим ли мы с Путиным, я пока что понятия не имею. Но он же убийца. Путин убийца. Есть много убийц. У нас у самих в стране тоже много убийц. Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании. При этом Дмитрий Песков оставил без комментариев ответ Дональда Трампа телеведущему. По данным газеты «Вашингтон-Пост», вопрос Билла О'Рейли мог быть связан с попыткой сенатора Джона Маккейна привлечь внимание к состоянию здоровья оппозиционера Владимира Карамурзы. Его соратники предполагают, что координатор «Открытой России» мог быть отравлен. Фракция ЛДПР в Российской Госдуме внесла законопроект об отмене Уголовного кодекса о правилах статьи Уголовного кодекса о правилах проведения митингов. Чаще всего ее называют статьей Ильдара Дадина по имени единственного в России осужденного по этой статье. Статья 212 предусматривает лишение свободы до 5 лет за неоднократное нарушение порядка проведения митинга, шествия или пикета. Депутат от ЛДПР считает, что такое наказание слишком жестокое и несоразмерное. Появилась статья в Уголовном кодексе 3 года назад. По ней до сих пор был осужден только один человек. Оппозиционного активиста Ильдара Дадина приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Ранее Конституционный суд рассмотрел его жалобу с просьбой признать эту статью противоречащей основному закону страны, но свой вердикт суд пока не огласил. Исполняющим обязанности главы Пермского края Владимир Путин назначил главу Департамента экономической политики Москвы Максима Решетникова. В Перми он работал много лет до перевода в столицу. Предыдущий губернатор края Виктор Басаргин сегодня досрочно ушел в отставку. Срок его полномочий истекал в мае. Как пишет газета «Ведомости», губернатор Пермского края – это не единственный, кто в ближайшее время может покинуть свой пост. Также возможны отставки глав Карелии, Бурятии, Свердловской, Рязанской, Новгородской и Ивановской областей. Они считаются администрацией президента проблемными. По информации газеты, Кремль хочет таким образом улучшить политическую ситуацию в этих регионах к президентским выборам. За организацию опроса о независимости Каталонии в Испании сегодня судят бывшего главу каталонского правительства Артура Маса. Его обвиняют в злоупотреблении властью и неповиновении органам правопорядка. У здания высшего суда Каталонии собрались тысячи людей, чтобы выразить свою поддержку политику. Многие пришли на площадь с каталонским флагом и плакатами «Независимость». Среди протестующих есть и действующий глава Каталонии Карлес Пучдемон. Прокуратура требует лишить бывшего главу области права занимать государственные должности в течение 10 лет. В ноябре 2014 года на организованном массовом референдуме проголосовало 1/3 избирателей, и 80% из них высказались за полное отделение от Испании. На сегодняшнем заседании суда Мас полностью признал свою ответственность за организацию голосования. Главному раввину Сочи Ари Эдель-Копфу и членам его семьи грозит депортация из России. Как написал сам раввин в Фейсбуке, его разрешение на временное проживание хотят аннулировать, поскольку он якобы выступает за насильственные изменения основ конституционного строя Российской Федерации. В чем именно его обвиняют, Эдель-Копф не уточнил. С 2006 года из России были депортированы уже 6 раввинов. Сегодня исполняется 65 лет правления королевы Елизаветы II. В Великобритании это событие называют сапфировым юбилеем. К круглой дате Букингемский дворец опубликовал портрет королевы в сапфировом колье. Украшение Елизаветы II подарил на свадьбу ее отец, Георг VI. Сейчас королеве 90 лет. Она старейший монарх в истории Великобритании. Елизавета II взошла на престол в 1953 году и является рекордсменом по сроку правления. В декабре ей пришлось пропустить рождественскую службу из-за простуды. Уже несколько лет она не совершает визитов за рубеж, но продолжает исполнять свои обязанности внутри страны. На этом все. С вами был Егор Максимов. До встречи.